Рассмотрим теперь послание к следующей церкви. Это Фиатирская церковь с 18 стиха 2 главы. Давайте опять посмотрим, как Иисус Христос представлен вот в этой церкви. Прочитайте, пожалуйста, 18 стих. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкокилаву». Халка-Ливану, да? Ливану. То есть, каким образом здесь изображен Христос? Ну, грозным, скажем так. Прежде чем мы рассмотрим вот исторический период Фиатирской церкви, я хочу обратить ваше внимание на одну интересную деталь, закономерность. Вот начиная с Фиатирской церкви, то есть Фиатирская церковь, она является какой-то переходной. Когда мы с вами исследовали предыдущие послания к предыдущим трем церквям, это Ефесская, да, Смирская и Пергамская церковь, мы замечали, что выражение «имеющий ухо да слышит» встречается сначала, и после этого выражения только идет обетование. Вот обратите внимание, возьмем любую церковь, да, вот, например, Ефесская церковь, 2 глава, 7 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам», а дальше идет что? «Обетование, побеждающий дам вкушать». Та же самая идея, вот смотрите, 11 стих. «Имеющий ухо да слышит», и дальше «обетование не потерпит». То же самое касается Пергамской церкви. Но начиная с Фиатирской церкви и все последующие церкви, Сардийская церковь, Филадельфийская и Лаодикийская, порядок меняется. Сначала идет обетование. Вот давайте обратим внимание, вот, например, 26 стих 2 главы, да? Вот «кто побеждает и соблюдает дела мои, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом жилет». То есть дам ему 28-й звезду утреннюю. То есть идет обетование, а потом что? Потом уже имеющий ухо да слышит, что Дух. И то же самое вы проследите и в Сардийской, и Филадельфийской, и Лаодикийской церквях. То есть меняется какой-то порядок. И в этом смысле вот послание к Фиатирской церкви, оно является каким-то переходным. Более того, что интересного вот в этом послании? Вот обратите внимание на 24 стих. «Вам же и прочим находящимся». Вот, какие-то прочие появляются. «Вам и прочим находящимся». Да, «вам и прочим». Вот кто такие эти прочие? Вот некоторые богословы считают, что вот это греческое слово «прочим», оно указывает на остаток. На остаток, да. Буквально, в принципе, это слово так и переводится. Вот мы можем прочитать какой-то стих. Например, Исход 29:34. «Если останется от мяса вручение и от хлеба до утра, то сожги остаток вот, на остаток, огне». То сожги остаток. Ага. На огне. То есть вот это греческое слово, оно передает идею чего? Остатка. Идею остатка передает. Поэтому некоторые богословы видят вот здесь, что образуется остаток. Теперь смотрите, какую нить проводят вот эти ученые, библисты. Вот они считают, что первые три церкви, это Божья церковь, которая находилась в языческой среде. Так. Вы помните периоды, да? Это апостольская церковь была, потом это гонения, которые были в основном самые жесткие, начатые Диоклетианом. А Пергамская церковь, мы посмотрели, что это соответствует периоду правления императора Константина. Да? А уже Фиатирская церковь, сейчас мы, конечно, коснемся этого момента, и мы увидим, что она исторически больше соответствует мрачному средневековью. И вот интересно, что в первых трех случаях церковь как бы Божья находилась в язычестве, да, миру, в языческом миру, а начиная с Фиатирской церкви, это уже как бы образовывается какая церковь? Создается? Католическая. Католическая церковь. И вот в католической церкви уже выделяется остаток. То есть если первые три церкви, церковь и мир светский, да, здесь уже сама церковь представлена как падшая. То есть опасность изнутри. Опасность уже в церкви. И уже из этой церкви, то есть внутри этой церкви, образуется некий остаток. Верный остаток.
Хорошо. Она звучит, конечно, очень интересно. И, в принципе, она где-то и соответствует контексту. Поскольку мы понимаем, что на самом деле в средневековье Римская католическая церковь, она утратила. Она утратила свой статус церкви. И поэтому мы знаем, что там и все там решалось за счет наполнения бюджета, да, церкви. Индульгенции и многое тому подобное. Но есть проблема. Есть проблема, знаете, какая? Что вот это слово, греческое вот это слово, и Ветхом, да, остаток, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, которое оно используется, оно не описывает остаток народа. Ну да, в Исходе это остаток этой святыни. Да. Например, в Исаии есть тексты, где говорят, вот остаток народа спасется. Но там совершенно другое слово используется, да? Да, совершенно другое слово используется. Более того, смотрите, если мы считаем, что это остаток, но он говорит, вам же, тогда вам, это кто? А кто же тогда вы тогда? Да, вы, это тогда мы понимаем, вот это Фиатирская церковь, да? И прочим, находящимся в ней, который не держит сего учения. То есть и вы не держите сего учения, и прочие не держат сего учения. Поэтому мы не можем считать, что вы, это Фиатирская церковь, она отпала, а прочие... Они соблюдают. Вот это греческое слово, оно больше указывает, знаете, на другую категорию людей. Не совсем на остаток, а на категорию людей. Например, в Новом Завете написано, пойдите, скажите Петру и прочим апостолам. Прочим апостолам. То есть это как бы другая категория людей. Но с другой стороны, при таком раскладе мы не можем понять, кто эти такие прочие. Да, вы это Фиатира, а кто такие тогда прочие? Честно говоря, мы не знаем, кто такие эти прочие, но, скорее всего, была, наверное, предполагается, какая-то еще группа людей, которая примыкала, может, к церкви. Теперь давайте мы рассмотрим с вами уже конкретно контекст. Мы поняли, да, исторический фон. Исторический фон – это процветание католической церкви, процветание католицизма, папства, который... уничтожал, так сказать, еретиков. Но еретиков мы понимаем в кавычках еретиков, да, на самом деле детей Божьих. И вот смотрите, как здесь представлен Иисус Христос. Давайте еще раз опишем. У которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобные халкаливану. То есть где находятся его ноги? Ну, в огне. В огне, в раскаленном состоянии. То есть в раскаленной меди, да? Это олицетворение чего? А что делали с верными Божьими детьми сжигали вот в эту кострах. Эпоху? Сжигали на кострах. Вы согласны, да? Сжигали на кострах, то есть мучили верных Божьих детей. И каким образом здесь Христос описан? Что вы меня мучаете. Вот. Здесь описано, что когда вас мучают, когда вас сжигают, я вместе с вами прохожу через весь этот процесс. Сжигают меня, мучают меня. То есть было. Я вместе с вами на протяжении всех вот этих страданий и испытаний. То есть Господь подбадривает свою церковь, что не думайте, что я вас забыл. Вот то, что делают с вами, я через это вместе с вами прохожу. Вот Бог какой. Какой Иисус Бог. Да, вот такой у нас Господь. Бог. То есть все, что мы испытываем, Господь говорит, на самом деле это испытываю также и я. Твоя боль – это моя боль. И далее мы читаем. Вот интересно. «Знаю твои дела, и что? И любовь, и служение, и веру, и терпение твое». Как вам кажется, вот какой характеристикой Фиатирская церковь отличается от всех остальных церквей? Вот что ей присуще, о чем не было сказано во всех остальных случаях? Там о делах не было сказано. О чем? О делах там не было много сказано. Нет, всегда говорю, написано «знаю твои дела». Твои дела, здесь как-то по-другому. Вот какое качество, вот смотрите, в 19 тексте вы встречаете, которое отсутствовало служение, во всех остальных. Веру и терпение. И давайте оно капец прочитаем. Первого. Знаю твои дела, дальше. И любовь. И любовь. Вы где-то встречали еще любовь? Ну, любовь как раз не хватало, начиная вот с Ефеса уже потихоньку. Ага, в Ефесе любви как раз не хватало, она потеряла. А вот в Фиатирской церкви как раз присуща...
И он отмечает это? Любовь. И он это отмечает. И это любовь, это греческое слово агапе. О. Безвозмездная любовь, потому что на самом деле остаться верным Господу вот в этот период, это когда просто. Людей страшно мучили, когда людей отправляли на костры, это могло двигать вот человеком только любовь агапе. Только любовь. То есть то, что потеряла Ефесская церковь, приобрела Фиатирская церковь. Более того, смотрите, в 19 тексте мы видим, что эта церковь прогрессирующая или регрессирующая. Скорее прогрессирующая, хотя бы понемногу, хотя бы этот остаток. Это откуда мы видим, что она прогрессирующая? Последние дела больше первых. Ага, смотрите, и то, что последние дела твои больше первых. Это говорит о том, что церковь прогрессирующая. Угу. Как вам кажется, какой должна быть церковь? Прогрессирующей или регрессирующей? Ну ведь это же именно в том... Прогрессирующая. Вы согласны с этим? А вот прогресс, откуда он зародился? Вот почему вдруг эта церковь прогрессирующая? Ну ведь начинает потихоньку уже появляться... Мартин Лютер выходит на арену. Да, мы об этом поговорим уже в следующей церкви, Сардийской церкви, которая будет полной противоположностью Фиатирской церкви. Вот смотрите, интересно, вы замечали, когда у человека все хорошо, нет никаких проблем ни со стороны, ни в чем, он прогрессирует обычно или регрессирует? Это опасно вообще, опасное состояние тоже, когда все хорошо. Все хорошо. Есть возможность просто заснуть, почить на лаврах. Есть возможность просто уснуть, да? А вот когда есть определенные трудности, когда есть нечто такое, что тебя постоянно держит, что постоянно тебя стимулирует, вот это именно является причиной прогресса, да? И вот в данном случае мы видим, что они жили именно в такой период, когда церковь, она не могла просто регрессировать. И она прогрессировала. Их сжигали, но Слово Божие продолжалось. Оно соблюдалось и оно распространялось. И вот этот огонь также, скорее всего, может символизировать, что вот в это мрачное средневековье именно костры вот этих верных людей, не именно сам костер физический, а именно жертвы вот огонь этих просто, людей, который у них в сердцах да, был. Которых был, вот они просвещали вот это мрачное средневековье. Что еще интересного мы здесь можем заметить? Что при всем том, что у них была любовь, все-таки нечто было у них такое, против чего здесь выступает Господь. И что это в 20 тексте? Что мы читаем? «Потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенные». А, то есть выступает жена Иезавель, да? А откуда мы знаем Иезавель? Кто она? Ну, это жена Ахава. Во времена пророка Илии. Жена Ахава, да? Жена Ахава. А в чем была ее роль? Она была язычницей, и она как бы оберегала языческих жрецов. И, то есть вводила Израиль, выведала поклонство. И тогда вела войну против пророков Божьих. Вот, она вела войну против Божьих детей. И вы помните отчаянный вопль Илии? Один я говорит, остался. Всех пророков убили, один я остался. То есть Иезавель, она отличается тем, что она воевала, выступала против истинных Божьих пророков. Да. Чем занимались в средневековье. Против Бога, против Его последователей. И вот интересно, что написано, что она любодействовала, да, вводила в заблуждение. А вы знаете, что люди были несведущие в Писаниях. Слова же не было у всех. Да, слова не было, и более того, был запрет читать Библию в любом другом переводе, кроме латыни. А кто его знал? Не все же. А Библию должны были читать исключительно священники. И как они трактовали, так народ и понимал, да? И поэтому как бы она названа пророчицей, и то же самое выступала в такой роли католическая церковь. Mm-hmm. То есть она наставляла, она учила, она обучала. Это оттуда идет уже. Вот все идет оттуда. И дальше написано «вводить в заблуждение».
она вела народ Божий в заблуждение, потому что, я опять говорю, они больше заботились не о том, чтобы проповедовать Слово Божие, а о том, как обогатить свою казну. Да. Это исторические факты, исторические данные. И дальше написано «любодействовать и есть идоложертвование». Вот что значит «любодействовать»? Мы понимаем, что это здесь это не в физическом смысле, это измена, а это данная, метафорический смысл. Да? Вот «любодействовать» — это означает изменить кому? Иисусу, изменить Господу, уже. То есть отпасть, то есть прелюбодействовать, да? Да. То есть мы видим, что выражение «любодействовать», оно указывает именно на отпадение церкви от истины, отпадение церкви от Бога. И вот интересно, какова у нее была участь? Давайте посмотрим вообще, кто здесь вообще есть? У нас есть жена Иезавель, да? Угу. У нас есть жена Иезавель. А есть ли еще любовники, есть или нету? Я любодействующих с нею. То есть... Вот 21 текст. «Я дал ей время покаяться в любодении, но она не покаялась. Вот я повергну ее на удар и любодействующих с нею». То есть есть Иезавель, есть те, которые с ней любодействуют, а также есть дети. Вот кто такие эти любодействующие, кто такие дети? Мне кажется, разделяющие с ней ее убеждения. Идущие на компромисс. Да, на компромисс, и которые идут в разрез, понимающие идут в разрез Словом Божьим. Ну а дети — это их непоследователи, потому что, как и Иезавель в свое время имела много поклонников, и людям нравилось. Угу. Кто нравился, кому нравился пророк, который ущемлял их, который говорил об их грехах? Здесь делайте, что хотите, живите, поклоняйтесь мне. То же самое, если мы приводим здесь пример католическую церковь, это то же самое и нравилось. Есть поклонников много до сих пор. Конечно. То есть любодействующие — это любовники, да, мы понимаем. То есть это те, которые были приверженцами вот этого учения. Ну а дети — это те, наверное, которые уже отражали образ своей матери, да? Образ своей матери. Теперь смотрите на вот глаголы, которые здесь используются. Относительно Иезавели написано: «Я дал ей время покаяться». Но она не покаялась. Но она не покаялась. То есть это означает, что двери благодати где-то были для нее закрыты. Открыты были, но потом закрылись, поскольку она отказалась каяться. Что касается ее любовников, о них что написано? Говорит, и детей их поражу смертью. Если не покаются в делах. Если не покаются в делах. То есть в первом случае уже она не покаялась, вопрос очевиден. Относительно Фиатирской церкви. С другой стороны, те любовники или приверженцы, у них есть еще надежда на что? Чтобы они остановились и отвратились. Опомнились от ее путей, да? Угу. И, наконец, дети. А дети — это они. Просто разделят ту же участь, что и раздела ту же участь, которая постигла их духовных родителей. Мать, да? Которая, то есть и детей ее поражу смертью. Теперь смотрите, Иезавель на одр болезни падает, да? Если мы рассматриваем на самом деле это как исторический период, относящийся к папству, то здесь можно усмотреть именно период Французской революции, да? Когда генерал Бертье пленил папу, да, то есть как бы он упал на одр, да, потеряла власть католическая церковь. И смотрите, что ожидает отступников. Одр, да, повергну любодействующих великую скорбь, детей поражу смертью. Вот болезнь, скорбь и смерть – это участь всех тех, которые отступают от Бога. Истины. Согласны. А какая награда? Какую награду мы здесь видим? Кто побеждает? Вот давайте с 24 стиха мы почитаем. «Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения, и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду». Хорошо. Вот интересно, да?
Есть люди, которые еще не познали так называемых глубин сатанинских. Поскольку мы понимаем, что это и исторические церкви, буквальные церкви, и также церкви пророческие. В данном случае, если мы рассматриваем как буквальные церкви, вот глубины сатани... это как раз учение вот этих гностиков. Мы с вами уже исследовали, изучили на самом деле, насколько это опасное и серьезное учение. А в пророческом понимании оно тоже, это ересь, да, которую обучали, учили священники тогдашний народ. Поскольку у людей не было Библии, я опять говорю, а Библию читали исключительно священники. И читали они ее полностью искажая. И поэтому те, которые не познали, то есть не углубились вот это учение, Господь говорит, не наложу на вас иного бремени. О каком бремени идет речь? Только то, что имеете, держите, пока приду. То есть поступайте по той истине, которую вы приняли, если она действительно покорила ваше сердце, держитесь этого. Угу. Так, я так понимаю. Хорошо. Но бремя – это что-то принудительное. Он говорит, не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите. То есть ничего дополнительного я вам не дам. Вот сколько вам открыто на данный момент в учении. Как вы приняли. Вот на данный момент сколько вам открыто, вот живите в соответствии с тем, что вам открыто. Вот исходя из вашей ситуации, я не наложу на вас ничего нового, потому что у вас нет ни священного писания, у вас нет ничего. Конечно. Вы живете в то время, когда вами манипулируют. И поэтому, как вам открыто, вы оставайтесь верными тому, что вам открыто. Угу. Поэтому мы понимаем, что в то время трудно было. И не было того понимания и того познания священного писания. Конечно. Да? Но Господь исходил из какой ситуации? Вот тебе открыто вот столько. Поэтому свету и живи. Да. Не думай о большем свете в данной ситуации. Угу. Вот тебе столько открыто, оставайся верным Богу вот в том, что тебе открыто. Это еще раз указывает на нашего Господа, как на превосходную и замечательную личность, да? Абсолютно. Которая не требует сверх, а требует лишь того, понимает силы, сколько тебе открыто. Ситуацию. Потому что сегодня тоже в нашей жизни одному открыто больше, конечно, другому открыто меньше. И сказать, что Господь будет судить того, кому открыто меньше, это неверный подход. Потому что если тот, кому открыто меньше, он остается верным в том, что ему открыто, он тем самым показывает, что он сохраняет и проявляет верность своему Господу. Да. И какая у нас здесь награда? С 26 стиха мы читаем. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Угу. И будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, так и я получил власть от отца моего. Угу. И дам ему звезду утреннюю». А, вот смотрите, интересное обетование, да? Вот сейчас попирают народ Божий. Вот в этот период, да? Но Господь что обещает? Что придет время, когда картина поменяется. Угу. Когда вы будете их попирать. И вот интересно, что они здесь изображены в образе язычников. Вроде Божья церковь, но изображена в образе язычников. Язычество потихонечку вкралось. Да, потому что то, что они делали, это было на самом деле язычеством. То есть Господь говорит, вот как с тобой сейчас поступают, так будет с ними поступлено. Угу. Поэтому вы сейчас терпите, страдайте от их рук, но придет время, когда картина полностью поменяется, изменится. Да? И вот интересно, дам ему звезду утреннюю. Как это понять, какую звезду он нам даст? Что это за утренняя звезда? Где написано было, пока не взойдет звезда утренняя в сердцах ваших. Это обетование тоже, своего рода обетование. Это, по-моему, это все равно связано, что Господь каким-то образом
вознаградит ваши страдания. Вот вы получите вот это вот в вашем сердце, вот, вот возродится это, утренний свет, утренняя, ну как бы радость это, любовь это. Я все равно приведу вас к этому, к тому. Я веду вас к этому, не бойтесь. Спасибо, Алла. Вы знаете, что интересно? Вот выражение «звезда утренняя», «звезда дневная» и «звезда вечерняя». Вот такое выражение – это все три обозначения планеты Венера. Венеры? Да, планета Венеры. То есть в древности под утренней звездой, дневной и вечерней звездой понимали планету Венера. Хотя Венера – это планета, но древние считали ее звездой. И вот интересно, Венера появляется перед восходом Солнца. Да. Венера появляется перед восходом Солнца. И здесь Господь как бы говорит, что для вас открывается новая эра. То есть новое Солнце правды взойдет для вас. Вот эта утренняя звезда, как бы вы сейчас живете в преддверии нового, новой эры, нового Царство. Где-то в Ветхом Завете есть, это написано так, пока не взойдет звезда утренняя в сердцах ваших. В сердцах ваших, да. То есть это надежда на хорошее будущее, на хорошее будущее. То есть новый день откроется для вас, радостный день откроется для вас, да? И мы знаем, что в Откровении 22:16, по-моему, там прямо Иисус Христос сравнивается с утренней звездой. Давайте, ну-ка, откроем Откровение 22:16. «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». И утренняя. То есть мы видим здесь также обетование о втором пришествии Иисуса Христа. «Дам вам звезду» — это означает, новая эра будет. То есть пришествие Иисуса Христа, которое откроет дверь в новое царство. И поэтому, кто имеет ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Давайте перейдем теперь к следующей нашей церкви. Это уже Сардийская церковь, период Сардийской церкви. Мы знаем, что во время вот, средневековья постепенно народ поднимал свое недовольство. Выражались уже недовольства, да? И это все побудило к такому явлению, которое мы сегодня называем реформацией. И было много реформаторов, но самым таким основоположником, наверное, реформации это был Мартин Лютер. Да? И поэтому вот третья глава, она уже больше свидетельствует о чем? Вот давайте мы посмотрим, как представлен здесь Иисус Христос. Вы помните, Магалия, как представлен Иисус Христос? Это имеет отношение к историческому контексту. Давайте прочитаем. Вот первый стих третьей главы. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь звезд Духа Божьих». Семь звезд или семь духов? Написано, семь духов Божьих, да. И семь звезд. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». То есть давайте посмотрим, как представлен Сын Божий. Имеющий семь, семь духов Божьих. А что такое семь духов Божьих? Полнота Духа Святого. Это Дух Святой. Дух Святой. Дух Святой. Значит, Христос приходит с полнотой. С полнотой Духа Святого. Духа Святого. Вот смотрите, когда Он пришел в Пергамской церкви, Он пришел с чем? Имеющий острых с обеих сторон меч. Значит, нужда в чем была? Словом сразу. В слове была. А если Он предстает здесь с Духом Святым, значит, нужда в чем? Или в ком, да, точнее. Именно в этой в силе Духа Святого для того, чтобы то, что предстоит этой церкви, да, совершить, чтобы помочь совершить. А, то есть нужда в Духе Святого. Это означает, что вот Сардийская церковь, она представляет собой уже состояние, почти послереформаторское состояние, когда церковь якобы носит уже имя, вот будто она жива, но на самом деле она мертва. И чтобы пробудить вот эту церковь, что необходимо? Вот этой церкви. Работа Духа Святого. Полнота, да, сила, сила Духа Святого. То есть, в отличие от Фиатирской церкви, которая прогрессировала, Сардийская церковь, наоборот, она представлена как мертвая, да? И вот интересно, когда мы проводим параллель между первой церковью Ефесской и Сардийской, мы видим, что есть некоторые такие общие моменты. Вот скажите, вот во-первых, в Сардийской церкви, вы читаете, что эту церковь гонят? Сардийскую? Да. Да нет.
Нет, мы нигде такое не читаем. А мы читаем, что этой церкви угрожает ересь. Тоже нет. Тоже нет. То есть ее не гонят, то есть нет внешних притеснений, да. И нет также ереси. Почему? Потому что реформация на самом деле, она как раз вернулась к истокам Священного Писания, то есть вернулась к истокам Ефесской церкви, апостольского периода. Вот смотрите, что есть общего между Сардийской и Ефесской церковью. Вот если мы проведем вот такую параллель, мы увидим, вот смотрите, 2 глава, 5 стих. В обоих, 2 глава, 5 стих, там есть совет «вспомни», да? Откуда упал? Покайся. Вот «вспомни». Прежний... Тот же самый совет «вспомни». Мы встречаем в 3 главе, в 3 стихе. Что ты вспомни, что ты вспомни. Принял, то есть, смотрите, один и тот же глагол буквально, там буквально и здесь. Дальше, во 2 главе, в 7 стихе мы имеем какую надежду? Побежда вкушать от дерева чего? Жизни. То есть, идея жизни. Теперь, когда мы читаем Сардийскую церковь, это 3 глава, 5 стих. Побеждающий облечется в белые одежды. Угу. Не сглажу имени его из книги чего? Жизни. Жизни. И исповедую имя его пред отцом. Из книги жизни, то есть и там жизнь, и здесь жизнь. Во 2 главе, в 1 тексте, Иисус представлен как держащий 7 звезд. Да, и тут 7 звезд. А здесь, в 3 главе, 1 тексте, 7 звезд, опять держит 7 духов и 7 звезд. И 7 звезд. То есть мы видим параллель между Ефесской церковью и Сардийской церковью. Зачем вот эта параллель? Она очень интересная. Она показывает, что реформация, реформаторы, они вернулись к истокам первоначальной апостольской церкви. Да. Поэтому весть, которая была там, она как бы есть и здесь. Но разница между этими церквями в чем? Что та церковь, Ефесская церковь, она тоже, между прочим, потеряла первую любовь. Утратила. То есть она постепенно регрессировала. Угу. И вот Сардийская церковь, она и также регрессирует. То есть мы видим, что основная проблема этой церкви, что она безжизненная. Вот состояние вот этой Сардийской церкви именно было в том, что она бездействовала. И какой совет дает ей Христос? Вот во 2 стихе. Бодрствуй. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. То есть помогай остальным тоже. Вот что означает утверждай прочее, близкое к смерти? Как вы понимаете? Те, которые, вот ты начал реформацию, а есть, которые совсем еще к этому как бы не подошли. То есть поддерживай тех, которые... Близки к смерти. Близки к смерти, то есть совсем погибают. Хорошо. Владимир, а вы как считаете? Я что-то здесь не вижу здесь прочие. И было бы прочие. 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 Так, совет в чем? Совет, чтобы он бодрствовал. А в чем должно выражаться вот это? Вот в чем должно выражаться вот это бодрствование? Утверждать что прочее, он должен утверждать прочее, близкое к смерти. Теперь смотрите, о чем идет речь. Речь идет о том, что церковь на самом деле почти мертва, да? Как мы видим из первого стиха. Ты носишь имя, будто жив, но ты, мертв. Мертв. Но при всем этом есть у тебя еще нечто положительное. Что еще можно? И вот это нечто, то малое, которое еще у тебя живо, оно тоже может постепенно умереть. Поэтому бодрствуй и сохрани хотя бы то малое, которое близко, то живое, что есть, да, что есть, которое близко к тому, чтобы умереть. Чтобы умереть. Как вам кажется, это вот в духовном смысле для нас важный урок или нет? Конечно. Конечно, важно. Вот даже для такого падшего человека, да, духовно падшего человека, если у него есть нечто положительное, если еще нечто доброе осталось, то он должен бодрствовать, чтобы хотя бы вот это не потерять. Возродить. А если он начнет это возрождать, постепенно будет возрождаться изменение. И многое другое. Поэтому вот этот совет очень важный. Бодрствуй. То есть не потеряй того, что у тебя осталось. Ну, с одной стороны, даже здесь, видите, насколько уже как бы Бог обращается к этой церкви и говорит, что твоя жизнь не идеальная. Но они ставят на ней крест, он говорит, у тебя еще есть. Да, очень малое. Маленькая искра есть, которую можно... Оно тоже умирает, но ты бодрствуешь. Но еще не умерло. Да, чтобы оно не умерло у тебя. Чтобы оно загорелось. И поэтому для того, чтобы оно загорелось,
Христос здесь выступает как имеющий 7 духов Божьих. Угу. А как можно воспламенить вот этот пыл в человеке? Только Духом Святым. Только Духом Святым, чтобы оно не умерло. Семь духов, у меня полнота этих полнота, духов. Я, да, это полнота с вами. Духа Святого. Да, он готов поделиться. И он держит в руках также 7 звезд, которые символизируют служителей. Угу. То есть он направляет, поскольку вот эти служители, они вернулись к истокам первоначальной церкви. Да. То есть Библия и только Библия. Да, девиз реформации. И вот интересно, когда мы дальше читаем, какую награду обещает им Господь. Вот, облечется в белой одежде. Пятый стих, давайте почитаем. Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. А, то есть о чем здесь идет речь? О надежде, надежде, своей праведностью, да. Белой одежде. Да, книга жизни. Вот вам знакомо, что это за книга жизни? Книга жизни. Когда он говорил ученикам, Иисус говорил ученикам, радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни. То есть спасутся все те, да? Вы имена помните, жизни. Даниил тоже пишет в 12 главе, имена которых найдены в книге. То есть не изглажу из книги жизни, это означает, что имена ваши в книге жизни написаны. То есть не то, что я их впишу, они написаны, но вы бодрствуйте, чтобы эти имена не были изглажены. Вы согласны? Еще он обещает им облечься какие одежды? Белые одежды. Белая одежда. Это символ праведности. Праведности Иисуса. Иисуса Христа. И, наконец, он говорит, исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. А вот что значит исповедовать? Так, интересно, вы знаете, вот слово исповедовать, это греческое гомологео. Какое значение оно имеет? Давайте почитаем несколько текстов. Вот Иоанна, 1 глава, 20 стих. Он объявил и не отрекся. Объявил. Используется то же самое слово. То есть исповедовать, это означает объявлять. Объявлять. Следующий текст прочитаем. Евреям 13, 15. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Прославляющих. Вот это то же самое слово используется. Прославлять. То есть, что мы получаем? Объявлять, прославлять. Давайте еще один текст прочитаем. Иоанна 9 глава, 22 стих. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает. Признает. Вот этот глагол. Признает. Теперь смотрите, исповедовать. Что это означает? Признать свои... Это, во-первых, признать перед кем? Перед отцом. Перед отцом и перед ангелами. Иными словами, перед всей вселенной. Да. Признаешь, что это мое дитя. Признаешь. Когда признаешь, объявляешь всем... Об этом, да, вы помните, этот глагол означал также объявлять. Да. И что ты делаешь? Прославляешь. То есть один глагол, все значения. Вот, имеет вот все эти значения. Да, вот мы убедились, читая Священное Писание, что тот же самый глагол означает объявлять, прославлять и признавать. То есть Господь признает, Господь об этом объявляет, Он не стыдится, Он это не скрывает. И Господь прославляет вот этого человека перед всей вселенной. Вот такое обетование Господь дает Сардийской церкви. Да? И опять же, как завершается? Имеющие ухо да слышать. Вот интересно, да, вот это ненавязчивое. Вот такие обетования даны, но необходимо иметь ухо, чтобы вот это все услышать. Принять, услышать. Чтобы это все принять. Давайте перейдем теперь к Филадельфийской церкви. Mm-hmm. Как здесь представлен наш Господь? Святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который еще отворяет, и никто не затворяет, затворяет, и никто не отворяет. Mm-hmm. А как вам кажется, вот к какой исторической ситуации относится Филадельфийская церковь? Братская любовь. Во-первых, Филадельфия, вы знаете, да, в переводе, братская что означает? Любовь. Братская, братская любовь. Любовь. Братская любовь, когда все любили друг друга. Угу.
Вот после реформации, есть точка зрения, что это относится вот к такому движению, которое называется хилиазм. Вы знаете, что такое хилиазм? Хилиазм – это учение о тысячелетнем царстве. После периода реформации, очень многие люди стали проповедовать о тысячелетнем царстве. Уже наступившем? Нет, еще не наступившем. О будущем? Да, о будущем, тысячелетнем царстве. И они верили, что тысячелетнее царство должно наступить на земле. И ему должно предшествовать второе пришествие Иисуса Христа. Поэтому и в Германии, и во многих других странах, в Соединенных Штатах, выделялись отдельные люди, которые проповедовали о скором пришествии Христа, но больше акцент ставили на тысячелетнее царство, которое должно наступить на этой земле. И самое такое нашумевшее вот это движение, оно было движение Уильяма Миллера. Да. Вы знаете об этом? Миллериты, которые проповедовали, что скорое пришествие Иисуса Христа скоро наступит. И мы знаем также, что очень многие выходили из многих своих церквей и присоединялись вот к этому, к миллериту, общему движению. Они даже назначили год, когда должно произойти вот это второе пришествие Христа. Ну, это был 1843 год. Да, 1843 год. Все ожидали, между прочим, многие продавали свои имения. Почему братская любовь? Урожай не собирали вообще. Да, братская любовь, потому что они где-то походили на вот апостола. Вы помните, в книге «Деяния» мы читали? Они тоже все продавали, все у них было общее. Все они пребывали вместе в молитве, молении. И вот где-то приблизительно вот такая картина и была. Духовный подъем был. Теперь смотрите, что интересно. Они указали дату пришествия Иисуса Христа. Это было правильное решение или неправильное? Неправильное, конечно. Согласно Библии, мы знаем, что ни дня, ни даты. Да, никто не знает. То есть, смотрите, как бы они собрались за идеей, которая не соответствует Священному Писанию. Обратите внимание, что я хочу подчеркнуть. Но при этом дух, которым они были движимы, был хороший. Поэтому и церковь называется братской любовью. Да, неправильные вычисления были сделаны, ошибочное применение пророчеств было сделано, но то, что их объединяло вокруг вот этой идеи... Но эта ошибка даже была предсказана. Да, оно было благородным. То есть на самом деле ими управлял Божественный Дух, потому что эта любовь, которая между ними царила, это всего стоило, да? И вот интересно, что Господь, поскольку, да, в 1843 году Господь не пришел, вы знаете, что они назначили новую дату. Дату на, если я не ошибаюсь, 21 марта или когда, 1844 года. То есть, что год 1844, это точно. И вы помните, здесь есть вот такое выражение, что година искушения, да? Вот 10 стих. И как ты сохранил слово терпение мое, то я и сохраню тебя от годины искушения. Вот есть вот это предположение, что в 1843 году, когда не пришел Иисус Христос на землю, людей постигло разочарование. Вот представьте, они многое продали, свое имение. Остались ни с чем. Конечно. Остались многие ни с чем. Они ожидали, они реально верили, что в 1843 году Христос придет. И когда Он не пришел, их постигло что? Разочарование. Но потом они заново как-то пересчитали пророчество и пришли к мнению, что это будет 1844 год весной. Надежда умирает последней. Не получилось тогда, сейчас будем что-то надеяться. Да. Но пришла весна 1844 года. А Христа нету. И Христос опять что? Не пришел. Не пришел. Христос опять не пришел. Вы знаете, что в этот момент, когда Христос не пришел, Миллер очень разочаровался
И многие разочаровались вместе с ним. Но нашлись все-таки люди, слава Богу, которые предположили, что ошибка была в сезоне. То есть 1844 год не весной, а 1844 год осенью. Честно говоря, я не могу понять, как они к этому пришли, чтобы вычислить сезон? Да, сезоны, что это сентябрь должен быть или там март должен быть. Но вы знаете, что Миллер не соглашался уже на эту дату. Он уже был сильно разочарован, но его как-то убедили. И он окрылился постепенно и поверил, что в 1844 году осенью Иисус Христос придет на землю. И как вам кажется, пришел Господь? Тут кажется, нет. Да, Господь, естественно, не пришел. И вот это разочарование, оно постигло. Вот смотрите, здесь написано «всех живущих на земле». Потому что это движение хилиас, о котором мы с вами говорим, он был не в конкретной одной стране, а везде, в каждой стране были вот эти проповедники. Просто во время движения Миллера, да, это было более такое обширное вот такое событие, да, глобальное событие. И вот интересно, что в этом случае, когда уже было вот это разочарование, находятся люди, которые уже применяют пророчество иначе. Исследуя пророчество Даниила, они говорят, что в 1844 году должно было быть не пришествие Иисуса на землю, как учили, что тысячелетнее царство должно быть на земле. Изменение служения. Да. А в 1844 году должно произойти служение, связанное со святилищем. И как вам кажется, вот вы знаете, кто выдвинул вот эту идею? Многие считают, что это заслуга Елены Вайт. Что она усмотрела, что наступает служение во святилище. Да? Но на самом деле люди, которые впервые предположили это был Эдсон и его друг Крусер. Они как-то в поле молились, вот это мы узнаем по источникам. Они в поле молились, и Эдсон получил вот такое видение о том, что служение переносится, то есть служение связано не с пришествием Иисуса Христа, а то, что Иисус Христос начинает свое служение во святилище. И вот таков исторический контекст. Теперь давайте более детально разберем послание вот этой церкви. Вот смотрите, что он говорит. Седьмой стих, говорит, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Что это за ключ Давидов? О чем вообще здесь идет речь? Ну, это однозначно речь идет о святилище. То есть, когда святилище, дверь из одного, то есть, когда служитель, вот как скажем, было, в прообразе, который был на земле во святом, в святилище, да? Первосвященник переходил из святого, то та дверь закрывалась, открывалась дверь во святое святых. Это означало изменение служения, то есть то из святого переходило во святое святых. А с чего вы взяли, что контекст об этом? Ну, а эта дверь? Ну, говорит, а при чем тут ключ Давидов? Что это за ключ Давидов? Он как-то должен быть связан, наверное? Должен, но не знаю как. Не знаете как. Давайте, а ну-ка, мы постараемся найти, о каком ключе здесь идет речь. Давайте откроем Исаию 22 главу, 22 стих. «И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит». О ком идет речь? Вот 20 стих почитайте, вы увидите, что речь идет о Елиакиме. Елиакима, сына Хилкии. Значит, у царя Езекии был слуга по имени Елиаким. И вот царь Езекия ключи Давида
ключи царского двора вручает вот этому Елиакиму. Угу. Что это означает? Вот вручить ключи кому-то. То есть он хоть, ну, как ответственный бы... человек. А, он наделяет его чем? Полномочиями. Полномочиями, он наделяет его властью. Угу. И вот интересно, что это означает, от Елиакима зависело, вот допустить тебя на прием к царю или не допустить тебя на прием к царю. Да, у людей же были вопросы. 21 стих говорит, одену его в одежду твою и поясом твоим опояшу его, угу, и власть твою передам в руки его. И будет он отцом для жителей Иерусалима. Да, то есть отцом для жителей, то есть от него было зависимо, вот он допустит тебя на аудиенцию к царю вот или не допустит. Вот это ключ Давида. То есть мы должны видеть книгу Откровения, да? Вот какой образ здесь заложен, откуда берет этот образ апостол Иоанн. Да, когда мы изучаем книгу Откровения, перед нами вообще-то Ветхий Завет должен быть открыт. И вот о чем здесь идет речь. Как в Ветхом Завете Езекия наделяет Елиакима вот этой полномочиями власти, сегодня тоже, да, у любого государственного деятеля есть секретарь. И когда кто-то записывается на прием, очень часто секретарь решает по важности вопросов, допустить или не допустить. Тогда этим занимался вот этот Елиаким. То есть ему была дана вот эта власть, вот это право. Теперь здесь Иисус Христос представлен как имеющий вот этот ключ Давида. Власть у него. Да, а кто дал ему этот ключ? Отец. Отец дал. А это означает... Придешь ли ты на аудиенцию к отцу, или не придешь, или иными словами, войдешь ты в Царство Небесное, или не войдешь ты в Царство Небесное, зависит от меня. И вот интересно, если я отворю для тебя двери Царства Божьего, Царства Небесного, если я решу, что ты должен войти туда, то никто эту дверь перед тобой не сможет закрыть. А если я ее закрою перед тобой, тоже никто и никакими усилиями эту дверь не откроет. Но мы понимаем, что Иисус не просто так закрывает или открывает кому хочет. Во-первых, Иисус открывает для всех. Но те, которые противятся, те, которые ожесточаются, вот Христос закрывает для них вот эту дверь. Вот здесь речь идет скорее об этом. Да? Об этом. И вот интересно еще титул «Святый и истинный». Поскольку мы рассматриваем исторический контекст разочарования, да, связанный с возвращением Иисуса Христа, и люди разочаровались, но никакого пришествия тогда. Господь вот своими титулами «Святый истинный» какую идею подчеркивает? Как вам кажется? Неизменимый. Что неизменимый, да, вы сейчас разочаровались, вы ожидали, что я приду, я не пришел, но возможно, у вас разочарование. Но я обещал. Но я святый, и я истинный. То, что я вам сказал, что я приду, это 100% будет. Mm-hmm. Не так, как вы ожидали, не так, как вы вычислили, но я приду обязательно тогда, когда на то будет время. Да, и открою вот эту дверь. Дальше он говорит, знаю твои что, дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. А здесь о чем идет речь? Какую дверь он отворил уже пред тобой? Пусть сама Библия себя объясняет. Давайте откроем 1 Коринфянам, 16 глава, 9 стих. «Ибо для меня отверстие великая и широкая дверь, и противников много». А, отверстие, какая дверь? Великая и широкая. Широкая дверь. Какой контекст? О чем он имеет? Ну, это речь идет о... О евангелизации. Естественно, о проповеди Евангелизации. А дальше что написано у вас? «Придя в Троаду для благословения о Христе, хотя и мне было отверстие, дверь Господом». Что было отверстие? Для Евангелия. Дверь для Евангелия. А почему вы не считаете, что здесь как раз, исходя из исторического контекста, что были открыты двери для проповеди Евангелия? А проповедовали о чем? О втором пришествии Иисуса Христа. И Господь говорит, вот дверь открыта, проповедуй о моем возвращении. Проповедуйте о моем возвращении. 12 стих, давайте почитаем. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего,
и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града моего нового Иерусалима, нисходящего снега от Бога моего и имя мое новое. Сделаю столпом, как вы это понимаете? Никакое здание не может быть без того, на чем оно упирается. В столб в храме Бога моего, да? Мы должны опять видеть раскрытую Библию. Давайте посмотрим, куда ссылается Иоанн. Откроем второй Паралипоменон, 3 глава, 15 стих. И сделаю перед храмом два столба. Длиной... Сделаю столбами в храме моем. Вы знаете, что перед храмом, как мы читаем, два столба. Длиной по 35 метров. И 17 стих. И поставил столбы перед храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иоахин, а левому Ваос. Что значит Иоахин? Иоахин в переводе означает «да утвердит», а Ваос означает «в силе». Иными словами, эти два столба свидетельствуют о том, что Господь да утвердит тебя в силе, своей силой. То есть эти два столба свидетельствовали о благосостоянии народа. То есть народ должен был понять, что его благосостояние зависит от кого? Где источник? Где источник их благосостояния? Этот источник является Господом. Этим источником является Бог. Поэтому в данном случае что мы понимаем? Вот это откровение. Более того, когда мы читаем, сейчас у нас нет столько времени, но когда мы читаем книги царств, мы видим, что цари, когда читали вот, из книги закона, в основном народ собирался возле этих двух столбов, и там заключался завет с Господом. То есть эти два столба также были местом, то есть свидетелями восстановления нарушенного завета с Господом. Поэтому здесь что Господь обещает Филадельфийской церкви? Что вы будете кем? Столпами. Что вы будете вот этими столбами. То есть я с вами заключу что? Завет. Завет. Я с вами заключу завет. И что будет основой вот этого завета? Что я напишу имя Бога моего, дальше, имя града Бога моего и имя мое новое. То есть мы видим три имени, да? На верующем должно быть три имени. Что значит имя Бога? О чем идет речь? Имя Бога – характер его. Имя Бога – это характер. Мы помним, да, в книге «Исход»? Когда говорит, покажи мне славу твою, и там написано, Господь прошел и провозгласил имя свое. И дальше – качество, да? То есть мы видим, что побеждающий столб, он должен иметь характер христоподобный. Более того, он должен иметь имя Иерусалима. Это означает что? Это означает гражданство, да? Господь дает ему небесное гражданство. То есть тот, кто обладает характером Божиим, будет иметь вот это гражданство. А пропуском вот в это гражданство служит, или своеобразным паспортом, это служит уже имя Бога. Иисуса Христа. Не. И имя мое новое. То есть это уже Христос говорит. И имя мое тоже. То есть без имени Иисуса Христа, вы помните в Деяниях апостолов, что написано? Нет другого имени, которым надлежит нам спастись. Поэтому гражданство, то есть уже живя здесь, мы должны себя чувствовать гражданами неба. Отражать его характер, но знать, что без имени Иисуса Христа ничего невозможно. Как Господь говорит, если я затворил, никто уже не отворит. А если я перед тобой отворил двери, никто тебе не помешает, затворит. Как пишет апостол Павел. Ну и, наконец, мы переходим с вами в стадию последней церкви, да? Это Лаодикийская церковь. Очень многие как раз в основном говорят именно об этом периоде, о Лаодикийском периоде. В переводе вы знаете, что означает Лаодикия? Народ суда. Народ суда, да? Адикос – это суд, Лаос – это народ. Народ суда. То есть мы видим этот народ, который живет в преддверии чего?
Пришествие Иисуса Христа. Если мы рассматриваем семь церквей в их историческом, хронологическом порядке, то мы видим, что Ефес начинается с апостолов, а Лаодикия продолжается вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. И вот как описана вот эта церковь, ожидающая уже второго пришествия Иисуса Христа? Положительно или отрицательно? Самодовольная, самодостаточная. Вы знаете, что интересно? Теплая. Когда мы распариваем с вами вот эти семь церквей, мы замечаем очень интересную картину. Мы уже говорили об этом, что Господь, почти в каждой церкви есть нечто положительное, о чем сначала Господь упоминает, да, вот это положительное. А потом есть отрицательное. Но есть две церкви, в которых нет ничего отрицательного. То есть Господь не говорит, что я имею против тебя. Это Смирская церковь и это Филадельфийская церковь. С другой стороны, Лаодикийская церковь – единственная церковь, в которой не сказано, что вот это в тебе хорошо. Ведь во всех церквах говорится, вот это в тебе хорошо, но имею против тебя. Даже... А послание к Лаодикийской церкви начинается сразу как? Что имею против тебя. Даже не за что похвалить. А в чем проблема в Лаодикийской церкви? Вы помните, это полная противоположность какой церкви? Мы сравнивали, помните? Ефесская церковь? Нет. Филадельфийская. Смирская церковь. Смирская, да? Почему? Смирение. Потому что смирно, говорит, ты нищ, но ты богат. А в данном случае Лаодикийская церковь какая картина? Говорит, ты считаешь, что ты богат. Ни в чем не имеешь нужды. Ни в чем не имеешь нужду, но на самом деле ты не ощущаешь своего жалкого состояния, да? Плохо. И вот давайте посмотрим, как этой церкви открывается Господь. Вот народу, который живет в преддверии второго пришествия Христа. Свидетель верный. 14 стих. Так говорит Аминь. Аминь. Дальше. Свидетель верный и истинный. Вот смотрите, Аминь, верный и истинный. Это одно и то же понятие, по сути. Да, синонимы как бы. Да, аминь это что такое? Аминь это как бы соглашение на утверждение. Да, или да будет так. Соглашение на утверждение. То есть это истина, с которой ты согласен. С другой стороны, это верный и истинный. Да? Иисус Христос так здесь представлен. О чем это говорит? Вот о периоде или о верующих, живущих в преддверии Иисуса Христа. Вот. Три раза повторяется, что это истина. Бог остается тем же самым, который был в тех шести церквей и у вас. Угу. Он неизменный, он свидетель. Ну как бы, знаешь, доказывающий. Аминь, это уже все. Да. То есть это говорит о том, что все, что было сказано, да, все, что было сказано, оно истина. Оно не изменилось на протяжении Первоапостольской церкви, начиная с Первоапостольской церкви до нашего времени. Все обетования, все, что было сказано вот в этой книге нашим Господом, оно непременно сбудется. И троекратное, вот истина, оно подтверждает. Иисус говорил, оно подтверждает. Истина, да, Иисус тоже всегда говорил истина. Два раза он повторял. То есть это правда, да, даже больше, чем правда. Так получается. Истина. Поэтому он здесь говорит, что народ Лаодикийской церкви, то есть или периода живущего в преддверии Иисуса Христа, он должен понимать, что все, что Иисус сказал, это непременно сбудется. Давайте с 15 стиха прочитаем. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч, а не холоден, то извергну тебя из уст моих». А, мы понимаем, что здесь идет о состояниях, да? Да. Человека. Да. Вот какое состояние может быть у человека? Такое. Горячее может быть? Может быть горячее. Что это за состояние? Это вот горит. Ревностное состояние, да, когда человек трудится для своего Господа, делать, когда его сердце горит, когда у него есть рвение. А что значит холодное состояние? Он вообще бездействует. Ну, холодное, близкое к мертвому. Отказывается от всего. Холодное состояние. Замерз. Да, ну, даже человек может стоять, даже Господа даже и не знает. Да? Вот настолько холодный. Холодный. Безразличный. Да. А что значит теплое состояние? Знает, но ничего не делает. Нет, ну
нужды как бы ни в чем у него. Ну, все так хорошо. В церковь хожу. Да, то есть теплое состояние, вы согласны, что это формализм. Вот это формальное. Ты посещаешь церковь, ты участвуешь в некоторых служениях вроде в церкви. Вроде не холодный. Да, вроде не холодный, но с другой стороны... Ты не горячий. Ты не горячий. У тебя нет ревности, у тебя нет ревности служения Господу. Сердце у тебя не горит, не пылает. То есть ты безразличный, да. Безразличный верующий. И вот смотрите, какое состояние предпочитает Бог? Или такое, или такое. Говорит, лучше, о, если ты был бы горяч. Это самое превосходное это хорошее, состояние, да? Дальше, по человеческой логике, наверное, должно было быть теплое. Да. Потому что ближе к горячему. Но когда холодно... И на третьем месте должно быть холодное. Но Господь что говорит? Но ты и не такой, и не холоден. Да, сначала Он упоминает... Не горяч. О, если бы ты был каком? Холоден. Да, то есть сначала не горяч и не холоден, да? Говорит, если ты, ты был бы холоден или горяч. Представляете, что для Бога лучше быть холодным, человеком, который не знает Бога, чем формальным верующим. Тепленьким. Тепленьким. Почему? Потому что если человек холодный, ищет источник тепла, можно его согреть, можно его пробудить. Угу. Если человек горячий, можно поддерживать вот этот огонь. А человек теплый – это тот человек, которого ничего не интересует. Ничего не интересует. Вроде он все делает, вроде он соблюдает какие-то правила, какие-то постановления, но его на самом деле ничего не интересует. Он считает себя самодостаточным. Он не считает, что он в чем-то имеет нужду. И вот это состояние самое такое трагическое состояние. Поэтому Господь и не имеет ничего положительного сказать в адрес этой церкви. Потому что Он не нуждается ни в чем. А это самое трагическое состояние. Но можем ли мы сказать, что Господь отверг вот эту церковь? Нет. 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 С самого начала мы что с вами отметили? Что во всех семи церквях голос Христа постоянно звучит. Так говорит. Дух Святой постоянно напоминает, да? Иисус Христос постоянно ходит среди не одной церкви, а среди всех семи светильников. И, не знаю, очень часто ставят акцент на Лаодикийскую церковь, но, в принципе, Сардийская церковь, но она также как-то не очень отличалась от Лаодикийской, да? Она тоже умирала уже постепенно. Но Господь по-прежнему работает. Поэтому самое блаженное состояние – это поддерживать дух ревности. Но опять же говорю, для Господа лучше быть холодным, чем теплым. Чем теплым, да? И какой совет он дает Лаодикийской церкви? Вот вы знаете, да, Лаодикия, чем она хвалилась? Вот 17, что разбогател, ни в чем не имеешь нужду. Действительно был богатый город. Да, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и низший степенак. Вот это самое страшное, когда человек не осознает своего реального духовного состояния. Ему кажется, что все хорошо. И когда человек не осознает своего состояния, он не имеет нужды в Спасителе. Он не имеет нужды во Христе, который может его изменить. Да. И что ему советует Господь? Вот 18 стих. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». А что значит вот «золото огнем очищенное»? Золото огнем очищенное. Это вера, которая в испытаниях становится золотом. Крепче. Очищенным. Да. Скорее всего, и он здесь ссылается на Петра, 1 Петра 1.7. Вы помните, там, там золото, то, что вера связана. Хотите, откройте. 1 Петра 1.7. «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». То есть можно где-то согласиться, что здесь речь идет о чем? О вере. О вере. То есть Лаодикийская церковь потеряла даже что?
Веру не в том плане она потеряла, что Бога не существует, но ей все это безразлично. Безразлично. Дальше она должна была купить что? Белую одежду. Белую одежду. А что такое белая одежда? Ну, праведность Иисуса Христа, мы уже об этом говорили. Она же имела свою одежду, да? Но и она говорила, моя одежда очень хорошая. Это как притча Иисуса Христа. Это как на брачный пир пришел. А он говорит, я хочу быть в своей одежде. Так и мы хотим быть в своей одежде. А что, зачем мне белая? Я сам белый. Она достаточно хорошая. То есть они считали, что они праведны в своих глазах. А Господь говорит, твоей праведностью ты далеко не пойдешь. Тебе нужна моя праведность. Потому что видна нагота, срамота наготы. Поэтому ты должен поменять свою одежду, да? И, наконец, что еще нужно? Мазь для глаз. Глазную мазь. Глазная мазь. Да, вы знаете, эти все символы не просто так приведены. Там были они, потому что в Лаодикии она отличалась текстильной своей промышленностью и глазной клиникой, где изобретали вот эту глазную мазь. Это не просто так все это приведено в данном случае. И, между прочим, вот то, что говорит, у вас теплое состояние. Вот я был в Лаодикии, я даже пил вот эту воду. Она на самом деле неприятна. Там много источников. Рядом с Лаодикией находились два таких города. В одном городе текла горячая вода, горячие источники, в другом холодная. Когда они соединялись, получалась вот эта теплая вода. То есть это тоже приведено из реальной ситуации, да. И, наконец, как завершается? Как завершается? Вот кого я люблю, тех написано «обличаю» и «наказываю». Но это не совсем правильный перевод. А правильный перевод «кого я люблю, тех срамлю и воспитываю». Интересно, да? «Срамлю и воспитываю». Это в каком переводе? Сейчас я хочу найти это. Вы хотите современный перевод? Да, ну-ка посмотрите, как написано. «Кого люблю я, того обличаю и даже наказываю». Наказываю. У вас как в синодальном переводе, но в оригинале «кого я люблю, тех срамлю и воспитываю». Интересно, в чем заключался срам? Срам заключался в том, что Господь не сказал ничего хорошего об этой церкви, ничего да? Ничего хорошего не сказал. Но зачем он срамит? Срамит, чтобы воспитать. Да, чтобы воспитать. А дух, которым он руководствуется, это любовь. Я люблю, поэтому срамлю, чтобы воспитать. Срамлю, чтобы ты увидел, в каком ты состоянии, и ты сам вожелал из этого состояния выйти. Но знай одно. Даже когда я тебя обличаю, когда я показываю на твои недостатки, я все равно продолжаю тебя любить. Я продолжаю тебя любить. Это очень важный стимул, это очень важный мотив. Да. Когда ты пытаешься что-либо показать, когда ты пытаешься обличить, тобой должно руководить только что? Любовь. Любовь должна руководить. Любовь, да. А целью должно быть воспитание, а не наказание, как переведено в синодальном переводе. Это очень важный момент. И завершается, конечно, «Се стою у двери и стучу». Да? «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». И что буду делать? Буду вечерить с ним. Это замечательный текст. Во-первых, он относится, «Се стою у двери», это уже ко второму пришествию Иисуса Христа. Но оно может также иметь вот интимный характер. В том плане, что Христос стоит у двери сердца, да, и стучит. То есть насильно Господь открывает двери? Нет. Не открывает. Если кто отворит, а Господь от него что-то ожидает, только чтобы он открыл только дверь. Чтобы открыл дверь. Только открыть. Смотрите, он от него больше ничего не... Ты открой дверь, я войду и буду вечерять с ним. То есть вечерять я буду с ним. Да. Это в современном языке все продукты, все, что есть... Я с собой приведу, принесу. Только ты пригласи меня к себе домой. Вот такой у нас замечательный Господь, который от нас ничего не просит. Просто говорит, ты просто пригласи меня, я войду. И я дальше сделаю то, что надо.
Я сам тебе все дам необходимое, все, что тебе нужно. Просто отвори дверь. И вот в завершение давайте посмотрим, какую награду Господь обещает победителям. Вот что интересно, что во всех церквах есть награда. То есть это означает, что во всех церквах есть надежда на победу. Во всех церквах на протяжении всей истории будут победители. В каком бы они духовном состоянии находились, останутся верны Богу. В каких бы условиях ни находились, всегда будут побеждающие. Всегда будут эти победители. И что Господь обещает? Вот Лаодикийской церкви. Самое красивое, побеждающее. Дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его. А что значит сесть на престоле со мной? Царствовать. Разделить со мною царство. Мы помним, да, кем Господь, вот в первой главе, царственным священством, да, собирался сделать свой народ. Но вы обратили внимание, что Христос здесь делит два престола. Смотрите, побеждающему – это люди. Люди. Дам сесть со мною на престоле моем. То есть у меня есть престол, который я разделю с человечеством. А когда я победил, я сел на престол моего отца. Так или не так? Как и я победил и сел с отцом моим на престоле уже кого? Отца. Его. То есть здесь Иисус Христос имеет как бы два престола. Один престол как Бог, он делит с Отцом. Другой престол как человек или как искупитель человечества, он делит со своим искупленным народом. То есть Иисус Христос навечно остается Богом и навечно остается с человеком. Он делит царство с Отцом как Бог и делит царство с человечеством, как представитель человечества, как человек. Это очень интересный вот такой отрывок и очень интересный момент. То есть награда в чем? Награда в том, что победители, они разделят вместе с нашим Господом престол. Пусть Господь нас благословит, чтобы все вот эти обетования, которые были даны всем эти семи церквям, они также не были далеки от нас с вами, чтобы и мы были участниками всех этих обетований. Но для этого самое главное что? Самое главное оставаться верными Богу. И всегда помнить, что в какой бы ситуации мы бы ни находились, Господь знает всю нашу ситуацию. И в нужный момент Он нам поможет. Пусть Господь нас благословит. Спасибо. Аминь. Спасибо. Иисус мой родной причал, и в сердце печали нет.